Вау-вау-вау, тихо. Пёска. Видишь, как я передвигаюсь хорошо? Быстро. Все. Так, ребятушки. Что вы здесь делаете? Давайте я быстро вас укладу спать. Вау-вау-вау, ты чё, чувак, меня пугаешь, гад. Иди отдыхай. А что здесь интересного? Что это такое вообще? А, зомби наступают, отправьте их в могилу, отомстите бандитам. Хорошо. А где зомби? Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. И тут я присмотрел хорошие ботиночки. Ботинки смерти называются, правда. Броня 8 плюс критическое попадание 1. Шляпа. Шляпа смерти. Тоже интересная. Броня и критическое попадание плюс 1. Давай купим. Купим, оденемся сразу. Так, и тапочки вот сюда. Теперь это все канители мы продадим. А сколько у нас было? Подожди, смотри. У нас, получается, защита 48, сила 291. 48. Вау, 54 сразу. Защита, да? А, это ботинки много дает, да? 48, 54 сразу. Неплохо, сила 300. Хорошо. Теперь эту всю канитель мы продадим. Старая, да, вот эту шляпу. А, да, и сапожки тоже продаем, да. А что у меня? А у меня в рюкзаке что это лежит? Подожди. А, этот, светошумовая граната. Сколько? 30? Ладно, мы ее используем. Не надо. Мы ее используем куда-нибудь. Прикольно будет. Видишь, нам сила добавляется. Хоп, положили силу. Хорошо. Отправляемся. У нас тут задание есть. Где тут? Карта сокровищ. День ракет. Охот на зомби. А, вот, ночные дела. Идем. Ночные дела. Задание от мэра. Так, ух, так сказать. А ну-ка, смотрим, смотрим. Подъехала машинка дальше. Вау, вау, вау. Смотри, сколько ребят стоит. Офигеть. Ну, я думал... здесь будет Джулиани. Джулиани был занят, но мы готовы завершить сделку за него. Деньги с собой? Естественно. А, да, они сейчас деньги захотят забрать. Можете помочь забросить ее в грузовик? Конечно, мы поможем забросить ее прямо на ваши головы. Черт! Черт! Убили дядьку, ё-моё! Так, а я хочу другое оружие принять. А чё я должен здесь стоять? Я ж могу куда-нибудь убежать. И бегом даже, бегом убежать. И отстрелять их здесь. Тихо! Да, ух ты, йоу-йоу-йоу! Секунду, секунду! Подождите, ребята, сейчас я спрячусь за камень. На тебе! Ой, на тебя в голову. Ух ты, видал критическое попадание? Это я, потому что одел всякие эти шматье. О, видишь, критическое. Критическое, это круто. На, гад. Я главаря сейчас хочу забить. Сейчас я главаря сразу убью. Ты давай быстрее беги, чуть медленно ходишь. Давай посмотрим, что с дядькой случилось. Блин, да его убили, гады. Где они идут? Вот этого я, гадок. Есть! Все, ребята, я вашего главаря-то убил, алло. Главаря-то я вашего. Убил. Все. А, возьмите дипломат, идите к машине. А дипломат я взял. Тут никого нету, что ли? Алло! Ух ты! Я открыл. Ну там, наверное, ничего интересного нету, слушай. Миссия завершена, ночные дела, это и все? Вернуться в город? Да, конечно, вернулся бы я в город. Подожди. Дядьку нашего убили. Где Джулиани? Выходи, гад. Может, ты спрятался в туалете где-то? Нету. Где ты там спрятался? Здесь, может, где-то? Да, ну, короче, здесь все везде пусто будет, поэтому возвращаемся домой. А, полчища зомби. Избежать встретиться. Давайте избежим. Зачем нам это полчища зомби? Победа. И избежали. Ага. Идем быстрее до мэра. Что он нам скажет?
Подожди, а мы там что-то покупали. Мы все использовали, да? Ну все равно. Все хорошо, да, идем к мэру и поговорим с ним. Как это выглядит? Нас обманули. Джулиани мертв. А, Джулиани мертв? Нифига не. Что ты опять все испортила? Деньги. Они у меня. Хорошо. Тогда сделаем по-плохому. Продолжай. Сначала надо их ослабить, а пойди уничтожь их запасы. Принято. Месть издалека. Понял? А у меня ничего нету продать к тебе. Подожди, чувак. А, нет, все. Ладно, отправляемся быстрей. В карьер месть издалека. Отправляемся. А, ну пока мы не отправились, у меня здесь умение есть. 8 бесплатных очков. А, можно куда-нибудь что-нибудь и включить. А, давай критический удар увеличим. А, два последних очка, да, мы используем работу с отмычкой. Все. Потом, способности. У нас есть одно очко способности. Так, я хотел. Наживо добавлять 10 очков к случайно выбранному умению. Наживо. Либо больше критов. Шанс на критический урон 5%. Хорошо. Адреналин. Так, это неинтересно. Король скорости. Перемещение на 20% быстрее. Давайте его активируем. Да, все активировали. Теперь я буду на 20% быстрее перемещаться. Это хорошо. Сейчас проверим. Это я иду, да? А это я бегу. Ну, нормально, что? Есть, готово. Так, зомбаков сейчас. Вау-вау-вау, тихо. Пёска. Видишь, как я передвигаюсь хорошо? Быстро. Все. Так, ребятушки. Что вы здесь делаете? Давайте я быстро вас укладу спать. Вау-вау-вау! Ты чё, чувак, меня пугаешь, гад? Иди отдыхай. А что здесь интересного? Что это такое вообще? А, зомби наступают. Отправьте их в могилу. Отомстите бандитам. Хорошо. А где зомбаки-то? А что я подобрал? Вау-вау-вау. Тихо-тихо. Да я попасть себе не могу. Алло. Сумасшедший бежит за мной. Сзади. Хорошо, что я увеличил скорость себе. Раз. А, мимо. Два. Критически. Три. Сейчас, подожди, я... А, в смысле, алло? На тебе в башню. Тебе тоже на. Получай. Псина. Зомбическая. Так, отдыхай. А что в доме? Хочу в дом зайти. А в доме нифига нету, интересно, слушай. А, ну в доме может быть этот сейф лежать. Нифига, короче, сейфа нет. А раньше тут сейф был. Ладно, отправляемся дальше. Все, отдыхай. О, вау-вау-вау, сколько зомбаков, смотри, идет. Они идут за мной потихонечку, ладно. Что здесь у нас интересное? Непонятно что. Что-то у меня то налево, то направо. Ну понятно, надо зомбаков ждать. Где зомбаки? Вот идут зомбаки наши. И мы сейчас их потихонечку отстреляем. Патронов дофига. Поэтому... Сейчас потихонечку всех убьем. Ух ты, мимо. Все готово. А, в смысле, еще зомби? Такого не было, знаешь, чтобы они бежали прям так. Тихо, 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 тихо. Да ё-моё, беги давай быстрее, алло. На тебе, на. Да он двигается. Да ё-моё, на, получай. Двигается он быстро, гад. Так, а чё ты встал? Давай беги. Давай их вам подзорвём, может быть, а? Как раз тут есть взрывчаточка. Сейчас я быстренько перезаряжу ружьё своё. Всё готово. Отдыхайте, ребята. Идём дальше. Да ёшки-моташки, да тут еще их дофига этих зомбаков.
Ладно, будем использовать взрывчатку. Так, уцелели самые сильные, да? Три взрывчатки использовали, ё-моё. Так, а здесь закрыто. Куда идти? А, на лестницу идти? А он что, так может? Миссия обновлена. Используйте, чтобы поспать. Да, типа, или что это? А, вон он что сделали. Нифига себе. Подожди. Это что, реально снайперка, что ли? Точно. Уничтожьте мишень. А. Одна мишень готова. О, сейчас зомбак взорвется. А, нет. Не взорвался. Спуститесь по лестнице. Хорошо. Как это мне? Тут самый, подожди. Вон оно что. Прям хорошее место такое. Со снайперки стрелять. Прикольно. О, готово. Кто тут еще хочет? Кто тут еще хочет? О, да вас много. Кто хочет? Так, бежи, дурачок этот. На-на. Есть. Да ты что, гад, подожди. Готов. Готов. Дальше, что здесь интересно есть? Зомбаки обычные, которые ходят. Просто гуляют. Ага. Ну, здесь вроде бы... А, идите к машине, отомстите бандита. Отомстите бандитам. Поэтому я могу, в принципе, не убивать этих зомбаков, да? Получается так. Либо убить. Так, давайте. По одному, ребята. Так, перезарядка. Хорошо. Было бы 6 патронов. 5 мало. 5 патрончиков мало. Так, отправляемся к машине. Где машина у нас? Вот. Вау-вау-вау. Вот этого хочу я, гада. Чтоб отдохнуть пошел. А ты что, самый хитрый? А вот этот идет медленно. Не знаю почему. Вау, критический удар, он почти что чуть ли не умер, смотри. Вот, поэтому я говорю, что нужно критический удар развивать. А, там мы, получается, мы критический удар не стали развивать, да? Мы развили скорость, но скорость тоже очень полезная вещь. Скорость очень полезная вещь, когда ты передвигаешься, тебе нужно быстро передвигаться. Так, вот, все, машинка наша. Мы бедолагам отомстили. Поэтому можно вернуться спокойно в город. Хорошо. Идем к мэру, бежим. О, как бегаем быстро, а. Так, сразу посмотрим, что продать можно. Вот рюкзачок. Так, вот эту всю конетель продаем. И я бы эту тоже продал бы. Устойчивость к радиации, она мне, в принципе, не особо. Витамины, скорость перезарядки на 180 секунд тоже подходит. И возьмем эту книжечку, подожди секунду, книга, использовать. Целительство, вот. Будем лучше исцеляться, хорошо. Ну что, мэр, все нормально сделано. Денежку заплати мне. А молодец, а теперь отрави их воду, да ну. У бродяг в научной базе находится немного яда, только не знаю, захотят ли они делиться. Вау, да тут целых две миссии. Так, ну все, дорогие друзья, будем заканчивать эту серию. Остальные миссии мы пройдем в следующий раз. Руби говорит нам со мной, нет, ей нужен 35 уровень. А у меня какой уровень? 34, скоро будет 35. Понятно, хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, ладненько тогда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. До новых встреч.